Ну что-то губка Боб не появляется, вы знаете. О! Здорово! Чувак, ты меня напугал. Ба! Смешно тебе-то. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это губка Боб во Friday Night Funkin. Он снова возвращается сюда, но уже в не своем, так сказать, стандартном обличии, а в обличии глич-вируса Пиби. Вот такие дела. Ставьте, пожалуйста, сразу лайк, прям такой жирненький, хорошенький, влепите. Подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Жмите колокольчик, пишите комментарий. Сразу говорю, это тот случай, когда можно не проверять анимацию гибели персонажа. Я это уже сделал еще до того, как начал запись этого видео, и она такая же, как и всегда. Вот хоть что-то сделал заранее. Итак, 3 минуты идет песенка. Жуткая морда губки Боба внизу. Она уже настраивает на определенный лад со своим гигантским носом, да? На лад жути, ужаса, страха, хоррора и так далее. А я что-то не понял, а? А можно, пожалуйста, электричество подать? Что происходит? Это так и должно быть? Бойфренд, мы вообще где? Мы вообще в бикини-ботом или где? Мы где находимся? Что происходит? Ладно, я надеюсь, что это так и должно быть. Там-та-там-там-там-там-та-там. Музыка ничего такая, да? В принципе, нормальная. Но что-то губка Боб не появляется, вы знаете. О! Здорово! Чувак, ты меня напугал. Ба! Смешно тебе-то. Смешно тебе, падла. Так. Ага. Ну, это вроде бы... Это вроде бы мы без проблем можем, да, губка Боб? Смотрите, там Гэри усыкается, от страха спрятался. Не, ну да, он своего хозяина еще в таком виде никогда не видал, наверное. Ох, Гэри, Гэри, что я тебе скажу? Ты половины не знаешь, с какими говнюками сталкивается этот бойфренд. Так. Ты еще многого не видел. Бедный Гэри. А там Пиби сидит. Там Пиби с ним сидит тоже. Тоже усирается от ужаса. Ясненько. Окей. Ну зачем? Ну зачем вот это вот стали добавлять? Господи. Я еще и живой каким-то хрен. Так. Блин, сейчас опять будет эта срань. Не хочу! Не надо! Без черных стрелочек, понял меня? Так. Я даже на него посмотреть толком не успеваю, вы знаете. Такой красавчик, конечно. Что вы говорите? О, господи. О, господи. По-моему, он ничего хорошего нам не пожелал, у меня такое ощущение. Грюнот, я так и знал, понимаете, что все будет хорошо, но в самом конце мне этот чмошник вот устроит вот это вот. Вот я как чувствовал, что все хорошо, но вот в самом конце обязательно надо, обязательно мне надо насрать вот этими черными стрелочками, которые летят, их нельзя брать, я это ненавижу. Как же я это ненавижу, господи, ну что ж это такое? Вот эта механика, она меня так бесит, ну давайте еще попробуем. Давайте еще попробуем, а чтобы, собственно, и нет, поехали. Так. Может быть, со второго раза получится. Кто его знает? Так. Ну, давай. Поехали. Ага. Так. Ну, здесь у нас никаких проблем быть не может. Я это уже знаю. Я это уже понимаю. Здесь вообще ничего сложного. Здесь мы быстро разберемся, да? Да, бойфренд! Ну, в конце-то концов. Блин, ну это вступление, конечно, нудноватое. Вот. Что все еще не видно, ни хрена. Я хочу на губку Боба посмотреть. Губка Боб такой, милаш такой, красивый. А мне его не показывают, понимаете? Так. И это, прикиньте, каждый раз, когда проигрывать, это вот это заранее, вот это сразу, вот это все смотреть. Так. Ба! Смешно тебе! Ой, как смешно.
Так, ой-ой-ой. Так, лучше запоминать стрелочки, где они там летят. Стараться. Но здесь вот вообще никаких сложностей быть даже не может. Вообще спам есть, да? Только он как-то странно работает. Вот сейчас будет, да? Сейчас будет эта срань. Поехали! Давай. Подлюка. Так, я вроде бы это запомнил. Ну вот уже получше. Вы уже видали, как я это прям преодолел? Больше половины здоровья оставалось. Вот это нормально. Вот сейчас я, наверное, пройдем, да? Вот, наверное, же сейчас уже пройдем же уже это. Или нет? Не, вообще песня прикольная, мне нравится. И Спанч Боб, кстати, такой классный. Лежит в этой луже говна вообще. Он такой модный стал сразу, крутой. Красивый такой. Ой. Ой-ой-ой. Ага. Так. Сейчас будет страшно. Ага. Так, я сосредоточен. Ага. Окей, поехали. Рассказывай. Рассказывай. Очень страшно. Ты вообще, ты невероятно устрашаешь просто. Поехали. Блин, ну, да я не понял, тут по-другому. Там раньше стрелочки так, здесь так. Ну какого-то хрена-то ты, а? Ну в самом деле. Ну что ж ты за урод-то такой? В буквальном смысле причем. Смотрите на его рожу. Так. Ну все! Да хватит там уже орать! Все, все, ну давай все! Ну давай, пожалуйста, чтобы на этом уже все! Ну давай, ну давай! Ну да! Отлично! Все, мы прошли это. Туториал. Но на всякий случай. Не знаю, может быть, что-то там поменялось, но мне кажется, вряд ли. Да, то же самое. В общем, вот так вот. Вот такой вот глич-вирус пибишный. Спанч Боб. Надеюсь, вам было интересно за ним наблюдать и забавно. Ставьте, пожалуйста, лайк, пишите комментарий, подписывайтесь, жмите колокольчик, если вам понравилось это видео. И на этом мы завершаем. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.